Всем добрый день. Я раб. Меня увезли, мои хозяева, увезли меня в Восточную Европу, Юго-Восточную Европу. Я дали в рабство цыганам на 5 лет. Цыгане меня заковали. Вот примерно вот так вот. Я работал на плантациях, на винограднике. В общем, занимаюсь сельским хозяйством. С 6 утра до 9 часов вечера. Совершенно бесплатно. Вот. Вот эта цепь у меня уже находится уже 3 месяца. Вот. Вот эту штуку, если я буду себя плохо вести, меня подвешивают вот так вот. Могут на всю ночь подвесить, и очень неприятно, очень больно, очень нехорошо. Вот, мои хозяева получили там какие-то, не знаю, копейки. Ну, 5 лет мне придется тут мучиться. Вот, цыгане говорят, ты нам 5 лет не нужен. На зиму там или куда-то еще. Весной, осенью, может, кому-то понадобишься. Вот, цепи остаются навсегда. Вот, если понадобишься, может, кто-то заинтересуется, через интернет они выложат это дело и как бы получат прибыль от меня. Вот, и попросили рассказать мне о себе. Сейчас время уже 8 часов, 8:30. Вот, полчаса надо дойти до базы, до сарая, где я живу. Сплю на земляном полу. Обувь отсутствует. То есть я вообще не имею права носить обувь, даже зимой. Вот, вот в этих цепях. Мне сказали, как минимум будешь 5 лет, которые они взяли меня в аренду. Очень неприятная вот эта штука. Они подвешивают на крюк. Мне приходится висеть, очень больно, очень неприятно. Вот, и... В общем, я вам сейчас покажу. Я сейчас пойду на базу, свой сарай, через виноградники. И вот камера будет снимать. Потом вам покажут, если кому-то, кто-то заинтересуется. Там дадут телефон. Звоните, буду вашим рабом.